В 1911 году сторонники династии Чинг планировали вернуть себе власть. Бывший пограничник На Лан Тьен Сюнг убеждает господина Ло стать их лидером. Он собирает людей, чтобы начать восстановление, и пытается заставить подчинить новое правительство себе. Комиссар Фу Фьюнг пытается остановить их. Великолепный. Производство студии Esso Asia Films. Продюсеры Джозеф Лай. И Томас Тэнг. Исполнительный продюсер Майкл Фьюнг. В главных ролях Чен Синг. Картер Вонг. Казанова Вонг. Дорис Чен и другие.